Форум регіёнаў гэта перш за ўсё сустрэчы, дзелавыя кантакты і падпісаныя пагадненні, але і культурная складаючая мае не апошняе значэнне. Урэшце гамельчанам і гасцям форум павінен запомніцца яшчэ і як вялікае свята. Аднымі з першых яго адкрыюць удзельнікі выставы падворка ў Гомельскай вобласці. Ужо з раніцы 25 кастрычніка яны пачнуць работу на вуліцы Кожара. Мы пастараемся зрабіць такім образам, чтобы маглі увидеть и культурный, в том числе, потенциал нашей страны. Конечно, Гомельщина будет представлена большим спектром. При открытии выставки в манеже «Динамо» вся улица Кожара будет у нас представлена подворьями всех регионов Гомельской области. На подворьях будут представлены культурный потенциал, обычаи, обряды, ремесленники, игры. Конечно же, можно будет что-то интересное купить, поиграть. И всех гостей обязательно встретят музыкальные коллективы. Увечары 25 кастрычніка ў Гомельскім абласным грамадска-культурным цэнтры пройдзе канцэрт з сімвалічнай назвай «Дружба». Агульная колькасць удзельнікаў звыш 500 чалавек. Украіну прадставяць брэндавыя калектывы, у тым ліку ансамбль бандурыстаў. Ад Беларусі выступяць вядомыя артысты. Республіку Беларусь прадставят нашы звёзды Саша Нема, Інна Афанасьева, Ірина Дарафеева. Канешна ж, ні в коім случае нельзя без заслужанага калектыва Республікі Беларусь, нашего ансамбля «Сябры», наших земляков. У областном грамадско-культурном центре отбудется еще одно цікавое мероприемство – выстава брендов. Гомельская область представит все, чем гонорация ее регионы – от книгодрукования до ветковских рушников и будока шалевского ткацтва. Тут же можно будет убачить традиционные народные костюмы. До их демонстрации зараз рыхтуются гомельские модели. Даже головные уборы, которые повязывались нашими женщинами, вот эти платки красивые, да, интересные фартуки – все вот это будет у нас представлено обязательно на выставке брендов Гомельщины перед концертом «Дружба». Алексей Тюров, Алеся Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».